Классная, я уже мягкая, пушистая. Но это только с особыми людьми, понимаешь? А так, ну, а как по-другому? Боятся, значит, уважают, пупсик. Вон, видишь, в десяточку у яблочка. Бам! В гирьку могу! Бам! Вот так вот будешь идти, да? Разозлишь меня? Не принесешь зарплату? А я тут уже вот так вот на входе с луком стою. Ты открываешь, бам! Гирька раз разлетается! Па-пам! Брызги везде. Фу, какая гадость. Поэтому веди себя хорошо. Хорошо? Это сначала лук будет, потом будет что-то серьезнее. Я это не могу говорить. Поэтому. Ба-ба! И все! И кончилась мужская радость. До свидания. Ты в вечернем платье? Ну да, уже же вечер. 16:14. Но я в обед в нем вышла. Но ничего страшного, я с запасом по времени. Вот уже и вечер. Лучи теплого осеннего солнца ласкают мою нежную кожу красивую. Я такая в лучах заката почти что. Жду своего принца на белом коне. Вот он приехал на белом БМВ! Прям таки ласкают. Конечно, ласкают. Конечно. Наслаждаюсь. Капец ты весела. Но я люблю, да, пошутить. Но это надо меня настроить, понимаешь? Это, знаешь, есть такая интересная пословица, поговорочка. Вот женщина — это очень сложный музыкальный инструмент. У нее столько всяких кнопочек, столько всяких изгибов, гитара, да? Если ты Вася, да, то ты не сможешь играть на гитаре. А если ты виртуоз, то ты можешь довести любую гитару, вот какую ни возьми, даже самую какую-то вот обычную, самую дешевую, ты можешь на ней такое сыграть произведение искусства. Вау, просто все вау скажут. Как ты из этого сделал такой красивый звук? То же самое с женщинами. Без разницы, какая у тебя женщина, да? Многие говорят, ой, я вот эту хочу, вот она такая, сякая, блин, она такая манка, у нее такие глаза, у нее такие линии. Ты на свою посмотри, иди, у тебя тоже хорошая, просто ты оборзел немножко. И тебе нужна Мэри Босс, которая тебя направит. Я возьму свой карабин и бах-бах тебе сделаю, и все, и ты побежишь быстренько в свою норку. А то тут есть такие малыши, которые сидят на меня, пялятся, а у них там дома жены, дети. Чё ты сидишь тут смотришь? Я тебя тут не звал. Не, конечно, можно мне смотреть, однозначно. Но просто не надо фантазировать ничего себе. Вот, с этой целью говорю. Так вот. О чем это я? Блин, я подумала о расправе над неверными. Что неверные будут пущены на струю бобра, и я аж это забыла свою основную мысль. Ну, вы поняли, короче, ладно, продолжим. О норках. А, о норках. Так, а до норок что было? Подожди. Не холодно. Нет. А нет, не холодно, жарко. Мне жарко. Я на отдыхе. Сколько времени во Владике? Ребят, ну я не в самом Владивостоке живу, я сейчас живу в селе. От Владивостока 215 километров. И у нас сейчас 16:17. Бобёр хочет в норку. Понял. Брум, спасибо. А, вот, о женщинах. Так вот, многие мужчины, они засматриваются, да, вместо того, чтобы в свою женщину вкладывать. Не только что-то всовывать, а вкладывать. Инвестиции, подарки дарить. Хотя бы время свое, да. И ты идешь туда в гараж к пацанам. Иди с ней побудь, пообщайся. Поразговаривай, пошути, сделай комплимент, обними. Нет, такого нету. А смотреть по сторонам, у кого что блеская, красивая, да, вот это они мастера. Как блестит, как красиво. Ну иди свою сделай красивой. Когда последний раз дарил цветы? Когда последний раз дарил какую-нибудь что-нибудь красивое? Нету такого. Но хочется, чтобы вот все. Вот смотрит, да, на другую женщину. Она идет такая, ну, примерно как я такая. Классно. Сережки блестят. Дзынь-дзынь. Здесь тоже что-то блестит. Дзынь-дзынь. И он такой. Чего пялишься ты? Ты знаешь, сколько это стоит? Не смотри сюда. Это на самом деле недорого стоит. Это обычная бижутерия. Ну да ладно.
Сам факт, что дорогой человек все делает дорогим. Иду такая, плыву просто, бедра вправо, влево, просто лань. И он такой, иди на свою посмотри. Вот это стоит 250 рублей, $5. Это стоит $10. Но ты смотришь на меня, дорогая женщина. Понимаешь? Все это просто. Главное, внутренний настрой. Ты любую вещь сможешь сделать богатым. Вот все, что вокруг тебя, это будет казаться богатым. Богатым, дорогим. Но самое-то главное, твое богатство, оно внутри. Это не побрякушки, которые я на себя надела. Да, блестит красивенько. Придает антуража. Очертания немножко, так очертания. Но мое богатство, оно внутри. Это моя энергия, мой характер, самооценка. Все, что во мне, вот, что я сформировала в себе много лет, это мое богатство. И также мое красивое тело, результат моего упорного труда над собой. Сейчас я каждый день тренируюсь. Даже в свой выходной сегодня я тренировалась. Вот и все. Все очень просто. А ты думаешь, что ой, какая она тварь меркантильная, все им дарить, подарки, да, надо подарки дарить, да. Представляешь, надо. Но не все подарки, я не говорю про Cartier браслет, я не говорю про Lamborghini. Я говорю о том, что женщинам нужно внимание, и даже если оно какое-то маленькое, но оно красивое, это уже будет приятно. Вот если бы ты, ну, балбес, пошел бы и подарил своей женщине сережки, даже вот такие, да, обычные, если она носит бижутерию. Обычные, вот, 250 рублей стоят. А упаковал бы в красивую коробочку, принес бы и сказал, вот это тебе, я тебя люблю. Ну, отношение бы к тебе поменялось. Она бы сказала, вау, интересно, вау, чего ты натворил такое, тварь? Что это неспроста? Вот она будет так думать, если ты никогда такое не делал. Если ты послушал мой совет первый раз в жизни. А так, если это делать просто на постоянной основе, радовать мелочами хотя бы какими-нибудь обычными. Озон, Валберис, сейчас целая куча всякого вот этого маркетплейса. Духи какие-нибудь, ее любимые, даже тестер, да, у тебя нет денег. Маленькие какие-нибудь заказал. Маленькие. $5-10 они стоят. Обычно, все это обычно, все делается. Ты себе заказываешь всякую бильберду. Заказываешь всякие инструменты, всякую вот эту фигню заказываешь. А своей женщине ничего не можешь заказать. Потому что ты лошара. Вот кто ты. И не надо смотреть на красивых девушек и жаловаться о том, что твоя такая вот сякая. Ничего она тебе не может дать. Вот такая вот она такая, за собой не следит. А что ты делаешь, чтобы она за собой следила? Ничего. Палец о палец не ударил, но хочет что-то с собой красивое иметь. Ничего не перепутал? Поэтому, девочки, смотрите в оба. Смотрите в оба. Поэтому я вам говорю лайфхаки, я вам такие реальные вещи говорю к жизни. Что внимание — это не обязательно что-то дорогое. Это просто постоянная дисциплина. Держать человека в курсе своего, в своем фокусе, понимаете? А многие люди расфокусируются. У них зум этот не работает, да? Они вот сначала, когда ты только начинают с тобой общаться, они стараются что-то завоевать внимание, да, там, цветы, подарки, весь мир к твоим ногам. А потом уже все. И все, и салам алейкум, до свидания. Это неправильно. Если ты не можешь что-то делать на постоянной основе, вообще это не делай. Не надо лицемерить. Для чего тебе это? Я говорю сейчас конкретно для хороших семейных отношений.